Что будет, если оказаться затянутым торнадо ураганом Милтон пятой категории? Ураган Милтон пятой категории – это самый мощный тип тропического циклона, характеризующийся ветрами, превышающими 252 км в час. Он способен вызывать катастрофические разрушения, затапливать прибрежные районы и приводить к огромным экономическим потерям. На первой стадии мощные воздушные потоки и мелкие обломки могут сразу же нанести на лице мелкие сечения и ушибы, вызывая отек и кровотечение. К числу самых сильных ураганов истории относятся ураган Катрин 2005 года, ураган Харви в 2017, ураган Ирма в 2017 и ураган Ньютон 2024. Эти ураганы наносили значительный ущерб инфраструктуре, вызывали массовые эвакуации и приводили к человеческим жертвам на обширных территориях. На второй стадии лицо будет подвергаться ударам крупных предметов, таких как ветви деревьев или части зданий, что приведет к рваным ранам, перелому костей и сильным деформациям черт лица. Помимо обычных торнадо, существует еще и огненный торнадо, который возникает, когда сильный вихрь соединяется с огнем, создавая вращающуюся колонну пламени, которая может достигать значительных высот и наносить безумный урон на земле. И по такой же схеме есть еще и водяной торнадо, который представляет собой водяной вихрь и образует над водоемами. Он переносит с собой воду и обломки в воздух, создавая опасные условия для судов и прибрежных районов. На третьей стадии человек может продолжать сталкиваться с летящими обломками, что приведет к обширным повреждениям мягких тканей, глубоким ранам и, возможно, утрате части кожи или мышц. Торнадо пятой категории может поднять человека на высоту до 1000 метров, хотя точная высота варьируется в зависимости от силы вихря и расстояния до его центра. Поэтому на четвертой стадии после падения лицо может быть полностью обезображено, с множественными переломами, кровопотеками, разрывами кожи. Торнадо такой силы встречается крайне редко, составляя лишь около 0,1% от общего числа торнадо. В комментариях пока пишите, для чего люди пишут свое имя маркером на теле во время урагана Милтон.